Но эта девушка не 15 лет. А куда же эти побежали? Кубик-рубик. Где ж наш кубик-рубик? Ты там найди. Не, я там покручу. Такие играют настоящие две мужчины. Они, наверное, подсвечиваются вечером. Ну, да. Думали в кино. Ну это же у меня же другие. Другие. И кто к нам прилетал ночью? Сова. Вот теперь ты увидел. Ну, сова сдала. А летает она беззвучно. Ну да. Ну вот такие вот. Ну. Угу. Двигает смолой, драпанит головой. Thank you.
Музы. 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 Можешь со мной прыгнуть. Можешь со мной? Вот можешь там маму там с папой поздравишь. Можешь друзей там с Новым годом поздравишь. Ну, можешь все что угодно. Говори прямо туда в камеру. Спасибо, что меня Геннадий Малаха заснял. Спасибо всем подписчикам, что подписывали. А тебе нравится канал мой? А что тебе нравится? Умный такой, да? Про машинки смотришь там, да, машинки рассказываешь, что у меня там есть. Но я стараюсь делиться с людьми своими наработками. Так что. Передаю привет папе, маме. О! Данил, привет. Друзья. Женя, Давид, я не знаю, я тебе покажу. Я там ушел из школы уже давно, в прошлом году, кажется.
Хорошо, значит, сегодня я все это выставляю. И вечерком часиков 7-8 смотрю, потому что мне надо на Каменском набраться. Все, ну, счастливо. Давай. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Понятно, понятно.
богачу. Слава, купи меня в богачу. Купи меня в богачу. Здравствуйте. Подсказать. Да, смотрю. Красивое мороженое. Это вкусное. А вы смотрите меня на Ютубе. А, на Ютубе? Малахов меня не набирайте. Хорошо. 2000 видосов я сделал. Буду смотреть. А то вы здоровьется. Спасибо большое вам. Удачи. Здоровья. Вам тоже здоровья. А ваше мороженое какое любимое? Мое пралине. Это какое? Так показать. Здесь на эскимо нету. А, нету? Нету. А вот так, чтобы этот пломбирчик хороший был? Есть обычное. Вот это, да? Белое. Белое. Сколько оно стоит? Эскимо 150 рублей. Все находит полегка шоколадом и посыпочкой. Угу. Ну давайте мне без шоколада я возьму. 50 рублей, да, с меня? 150. Действительно вкусный пломбир. Передать, я вас сегодня вставлю. Часиков 7-8 будете смотреть, потому что я сам с Каменска. Угостить вас мороженым? Нет. Вы хотите? Не хочу. Что хотите сказать? Удачи вам в новом году. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Да, можете что-то передать вот родителям там? Могу еще сказать одно, что Геннадий Малахов человек, который несет всем пользу и продлевает нашу жизнь. Спасибо большое. Как вас зовут? Христофор. Христофор, спасибо большое. Да, сейчас это только одни из лучших слов. Все. С Новым годом! С новым счастьем! Да. Тогда вам стихотворение такое. Пусть вам мечтаются красивые идеи. Пусть мысли исцеления окружают, пусть будет сердце вашему стремление, которое до Бога долетят, и пусть от них сгорает скверно. Счастливее сложится судьба, пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь и навсегда. Спасибо. Доброго большое. Здоровья. Спасибо. И вашим родителям. Спасибо и вам не большое, порать. Вам тоже здоровья. Это можно будет посмотреть? Да, сегодня примерно часов 8 заходите на канал и посмотрите. Ага, хорошо. Просто забиваем. Просто забиваете, да. Спасибо большое.